Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Я тут все про томатики да про томатики. А перцам мало очень внимания уделяю. Хочу сказать, что перец я посадила, сажала в несколько сроков. Вот. В основном я сажаю, конечно, скороспелые старые сорта, так как хочу получить ранний урожай, чтобы у меня он вызрел. Вот. Или какие-то форс-мажорные обстоятельства с выращиванием рассады. Они не повлияли. Вот. Но некоторые эксперименты я все же провожу. Рассаду я сейчас не буду показывать, какая она у меня есть на самом деле. Эта тема у меня другая ролика. Вот. Ну, кому интересно наблюдать за мной, мои эксперименты в огородных делах, в других тоже делах, в моем творчестве. У меня много всего на канале. Можете зайти и смотреть в моих плейлистах. Кого интересует тема томатов, тоже у меня уже есть небольшая подборка. В моем плейлисте «Мои томаты» вот и до. Вся остальная будет информация об огородных делах в плейлисте «Мои огородные радости и печали». Так, ну а я продолжу разговор сегодня о перце магазином. То есть из магазинного перца. Вот, какой же он вырастает. Хочу показать вам свой эксперимент. Какой получился у меня перец. Прошлый год из покупного. Я покупала его в Магните. Вот они, вот эти вот семена у меня уже оставшие еще позапрошлого года. И сейчас я сделаю слайд фото с сайта Одноклассников и контактов у меня, по-моему, есть. И покажу, что может получиться, если выращивать из семян магазинных перцев. А вы сами решаете, стоит ли вам этим заниматься. А я выращиваю ради эксперимента. Мне это все интересно. Ну и что хочу сказать. Всем приятного просмотра. И в конце приятный сюрприз от меня. Для контраста сначала покажу, какой перец из пакетиков семян. Покупала Белоозерку. Я ее всегда выращиваю. Это скороспелый сорт. Вот 12 июня уже, вот видите, вот сбор у меня идет на салатик. Уже все готово. Редисочка, вот огурчик. Вот Белоозерка, она очень даже выручает для фарширования, для быстрой отдачи урожая. Самое то. И еще у меня вот купила я в Магните вот такой вот перец. Он был до того сладкий, что мне понравился. И я вот решила посадить его. Вот такой вот вырос. Вот, пожалуйста, зеленый, а потом оранжевый становится. Еще вот покупала вот толстый, длинный, такой большой, огромный перец. Был красного цвета он. И сейчас покажу. Вот в конце в ящике лежит. Вот он у меня вырос почему-то вот такой вот длинный, но до чего сладкий. Ну и немного вот радости вам ленту. От меня цветочки с моего огорода и ягодки, земляничка моя ремонтантная, гвоздика, ну и астры, осенние цветы. Ну что ж, ничего. Всем приятного просмотра.